Я вам отказался от дебатов со всякой там кандидатской шушерой. Причем он сам отказался, поэтому у меня нет видеоподводки. А через Верного Дмитрия Пескова. Да и тот для объяснения причин отказа тоже мне, в общем, не зашел. А вот гражданин поэт тогда же объяснил. С помощью соавтора, это поэтесса, она, кстати, среди наших соавторов, поэтесса, по-моему, одна. И происхождение ее, в общем, интересно, потому что когда мы только начинали, то Мишина мама, ну, такая великая актриса, значит, Алла Борисовна Погровская, она позвонила, говорит: Миш, ну не надо пародировать все-таки поэтессы, они так страдали. Ну, женская логика, говорит: мама, а Пушкин там не страдал, которого замочили, или там Лермонтов, или вот Герштам. Но, тем не менее, мы, в общем, сильно сократили поэтессу авторов и нашли одну поэтессу, которая нифига не страдала. Дайте мне картинку 26. Вот. Вы узнаете. Агния Барто. Она нифига не страдала. Родиноносная, детский поэт. И в соавторстве с ней ответ на вопрос, где Путин, а где дебаты, он понятен, по-моему, даже ребенку. Ну и сейчас вы поймете. Смотрим. Номер называется «За дебаты». Все продумали давно, чтобы я избрался заново. Но как-то вдруг лежу в окно и вижу там Зюганова. Он говорит: иди сюда, ты, я хочу с тобой дебаты. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Я и так до старости у вас в палате староста. А может, и до крякости. Я буду тут как рак вести. У вас ни сил, ни лидера. Вы заживили, видимо. Чуть прервёшь кое-то, вы сразу же накроетесь. А ты, цирковское пальто, живой курьез истории. Ты просто неизвестно кто, что мы с тобой спорили. За меня еще в завале. Все давно голосовали, а сейчас за колбасу вообще на их насос. Они шумят, мне все равно. Гадаю, сделать, блин, с кого? Но вот опять лежу в окно и вижу там Явлинского. Он говорит: иди сюда, ты, я хочу для дебаты. Но мне с моими близкими смешно болтать с огрызками. У меня и так работа. А мне еще летать охота. Впахивать с колхозником. Бредить с коматозником. Плыть в морях. Ходить во храм. Гладить девок, деток по вихрам. Всех стремать, за всеми зырить, гнать, пилить, рубить и тырить, целовать тигрицу в пух, ты уже походу труп. Вот так и врезал, как в кино, ведь мой девиз естественный. Но через час лежу в окно и вижу там общественность. Я говорю: вам что, дебаты? Вам самим-то не смешно искать себе нормального? Через час лежу в окно и вижу там. Злобно зыркает собака, говорит: я хочу что, дебаты, а идти-то мне куда? Не идти-то некуда. Ведь итог перезагрузки,
то, что я построил здесь, по-немецки и по-русски, называется.